Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 2. Урок 21. Из пункта Б в пункт А в 9 часов утра вышел пешеход с постоянной скоростью 4 км в час. Построим на рисунке 1 график его движения и определим по графику, в котором часу он встретит пешехода и велосипедиста, вышедших ему навстречу из пункта А, в котором часу он придет в пункт А. Красным графиком у нас обозначен пешеход. Он вышел из пункта Б в пункт А. Встретит он велосипедиста и пешехода в 11 часов 30 минут, так как одна клетка у нас обозначает 15 минут. А в пункт А он придет в 13 часов. Раз, два, три. Три клетки по 45 минут. В 13 часов 45 минут. Мы ответили на вопросы, поставленные в задании. Если у вас возникли вопросы, оставьте комментарии под видео.